Друзья, всем добрый день. Хотел сегодня с вами поговорить на тему отставки губернатора Самарской области, но информационную повестку перебила у нас Ольга Бузова. Друзья, мне за эти сутки написало очень много людей по поводу того, что разберитесь с Бузовой, накажите ее, привлеките ее к ответственности. Ну, я сразу говорю, давайте мы карты расставим на «и». У этой певицы есть кураторы, я скажу вот так, открыто как есть. Это чиновники, которые курируют все эти процессы. То есть без их, так назовем, ведома, ни один артист на сцене сегодня выступать не будет. Поэтому я считаю, что в этом случае они должны принимать то или иное решение по ней. Давайте дальше выступать где-то там на площадках, или там быть и в телевизоре, или не быть. Мы с вами буквально помним «Голую вечеринку». Соответственно, мы эту тему подняли. Даже президент об этой вечеринке сказал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал нас. В прокуратуре об этом говорили. Везде все говорили. И чем все закончилось? Киркоров поехал на новую территорию, повез какие-то игрушки, подарки. Безусловно, Бузова помогает, ездит, гуманитарную помощь возит фурами, причем в отличие от Киркорова. Вопросов нет. Тут как бы респект и уважение. Но то, что мы сегодня видим в день, международный день защиты детей, Бузова выходит в непонятном каком-то там обличии. Понятно, да, я за ней наблюдаю, как бы она может хайп ловить, хайповать. По большому счету, она сегодня поймала хайп. То есть про нее пишут все СМИ, все телеграм-каналы. Все ее обсуждают, эксперты разного уровня. Но, друзья, я считаю так, что раз уже в этой истории есть кураторы, назовем так, как и в принципе Киркорова там некоторые курируют, то я считаю, что эти кураторы должны как минимум в этом принимать участие. Раз уж на мнение людей, ну не сказать, что наплевать, как бы вам оно не интересно, то, по крайней мере, я бы хотел бы к вам обратиться, товарищи кураторы. Вы хотя бы могли бы Бузу после вот этого данного мероприятия привести в чувство. То есть кто-то мне говорит из артистов, а что она сделала, посмотрите на других артистов из других стран, они тоже выходят в таких вот нарядах, там обличьях выступают. Да хорошо, вопросов нет. Почему мы должны равняться на западную культуру какую-то? Почему мы должны здесь пропагандировать в нашей стране западную культуру? Я не могу понять. Хорошо, пусть выходит, пусть выступает, но не в день защиты детей. То есть на нее сегодня посмотрели все наши дети. Этот ролик уже, он уже завирусился по всему интернету, и смотрят дети, подростки, там в возрасте там 14, 15, 16 лет. То есть я, допустим, такие вещи неприемлю, как бы, да, когда там артист выходит на сцену полуголый, в полу каком-то голом наряде. Да и зачем выходить-то, не пойму. Если ты себя позиционируешь в нашу страну, если ты ездишь, помогаешь, как бы там вопросов нет. Да ты выйди совсем в другом наряде-то. Выйди, не знаю, там, нормальным облющий. Ты посмотри, как вот на Кавказе Бузова, как выступают артисты. Они не выходят там голые, полуголые, они выходят скромненько одетые, и как бы на них приятно смотреть, сидишь, смотришь, как бы, и получаешь удовольствие. Но почему ты допускаешь себе выходить чуть ли не в трусах, да практически в трусах ты вышел на сцену, показывать свою голую жопу? Зачем? Кому она нужна? От кого ты собрался удивлять своей голой жопой-то, не пойму. Ну, для чего это все делается, не пойму. Вы несете нам сюда какую-то западную культуру, она нам здесь не нужна абсолютно. Мы не равняемся на нее. И наши дети, мы хотим, чтобы наши дети не равнялись на нее. Сегодня мы проживаем непростое время для нашей страны. В непростое время для нашей страны. И мы сегодня разбираем голую вечеринку. Насколько я знаю, ты же сама комментировала эту голую вечеринку, если я не ошибаюсь. И тут же выходишь, практически исполняешь такую же голую вечеринку. Зачем? Вопрос. Вот люди пишут нам, как бы, да, вот с ней там разберитесь, напишите там, обратитесь туда, обратитесь сюда. Да у нас же есть, друзья, у нас же есть чиновники, которые отвечают за это направление, которые курируют Бузову,
которые там, там связаны с Минкультурой, как бы, почему мы должны эту тему поднимать, а не они? Потому что мы, в отличие от их, не получаем заработную плату, а они получают заработную плату. Почему они не должны эти процессы контролировать? Почему мы с вами платим налоги для того, чтобы они получали заработную плату, но они эти процессы не контролируют? Я считаю, что это, в первую очередь, их ответственность и ответственность тех организаторов, которые организовали этот ВК-фест. Они должны были, как бы, я не знаю, вести какую-то, я не знаю, там, для Бузовой какую-то определенную, там, не знаю, там, одежду должна была одеть, я не знаю, там. То есть, как бы, она должна выйти на сцену, была в День защиты детей, как, ну, в нормальном обществе везде выходят люди, еще раз привел на Кавказе, там, например, там выходят артисты в День защиты детей, не голые точно. Почему мы должны смотреть на Бузову, которая выходит голая перед нами, и некоторые люди пишут там в социальных сетях, она поет под фонограмму еще. Почему мы должны вот эту фонограмму слушать и эту картину наблюдать? Ну, бред какой-то, честно. Поэтому я считаю, что в этой истории должны, как минимум, этим вопросом заниматься те люди, которые получают за эту заработную плату. А то как-то получается так. Мы, так сказать, представители общественности, должны эти вопросы поднимать, а те, кто эти вопросы, так сказать, курируют, они должны просто наблюдать. То есть у них все хорошо. Ну, я не знаю, там, если для них это нормально, то что Бузова вышла в День защиты детей практически там голая, полуголая, там, осталось только вот трусы эти снять, как бы она была бы голая. Если это нормально, если их дети это воспринимают нормально, ну, то я не знаю туда. О чем-то можно дальше говорить-то. Вот для меня это ненормально. Я эти вещи не приемлю. То есть, как бы, ну, еще раз говорю, вот этот ВК-фест должны вести какой-то, были дресс-код какой-то, я не знаю, там. Идет международное мероприятие, День защиты детей. Вся страна этот праздник отмечает. Дети, родители, мамы, все там, как бы, радуются. В каждом дворе праздник. А тут Буза выходит полуголая. Поют какие-то песни, как люди вам пишут комментарии, под фонограмму еще поют там. У нас закон, по-моему, вышел по поводу фонограмм, мы были как бы тоже одни из инициаторов. То есть, как бы, можно по большому счету по этому поводу обращение написать и проверить ее на фонограмму. Такое можем и сделать, я проблем с этим не вижу. Ну, слушайте, давайте мы не будем прикрываться, то, что там, да, там мы ездим, там помогаем, как бы там. Она молодец, помогает, вопросов нет. Ну, как бы вот эта вся история, как бы она просто может убить вот эту всю помощь, которую там она оказывает, да, как бы одной минутой и все перечеркнуть. Но я считаю, что это неправильно. Это неуважение к обществу для начала, ну, так назовем. Хотя, по большому счету, она артист. Тут как бы можно рассуждать по-разному, она артист, и как бы она может себе позволить выйти всем, что, как говорится, ты хочешь, да. Но, тем не менее, организаторы, вы не понимаете, наверное, да, что идет непростое время у нас сегодня в нашей стране. У нас была недавно голая вечеринка, мы обсуждали. А чем Бузова ушла от тех, кто был на голой вечеринке? Чем она отличилась-то? Да практически ничем. И я считаю, что здесь вопрос такой, ну, как бы, значит, одни говорят, с администрацией это не мы организовывали в этом регионе, но как, если вы к этому никакого отношения не имеете, а кто-то площадку выделил, там что нету местного министра культуры, что не прямо или что. Ну, то есть, как бы, вот сейчас начнется вот это друг на друга перекладывание, да, там, кто был ответственный за это, за данное мероприятие. Общественность вся против голой вечеринки была, Бузова об этом знала. Бузова, по-моему, сама эту голую вечеринку комментировала и тут же сама выходит практически как на голой вечеринке. Что это? Это сделано специально или это, не знаю, какая-то акция была против наших детей? Что? Я не понимаю, честно, у меня пока в голову пока ничего не лезет, я пока понять не могу, что это вообще было. Те, кто контролирует эти процессы, для вас, наверное, это нормально? Я просто не могу понять. Для вас как это? Вы считаете это нормально, что как бы там артист у вас выходит там на сцену в День защиты детей, международный праздник страны? И мы сегодня смотрим, что даже по этому поводу особо никто ничего не комментирует.
Ну, только пишут, там, телеграм-каналы всякие разные, там, СМИ эту информацию выдают. А из чиновников еще никто не видел, что кто-то вышел, прокомментировал, там, или как-то там в адрес Бузовой какие-то слова там сказали. Какие-то комментарии свои высказали. Пока я еще, честно сказать, ничего такого не увидел и не услышал. Надеюсь, что какие-то меры будут приняты к этому, ко всему. И те, кто ее там курирует, назовем так, наверное, примут какие-то меры, и я думаю, Бузова понесет какую-то ответственность какую-то либо. Друзья, переходите на мой телеграм-канал, ссылочка здесь, под первым комментарием, туда заходите, нажимайте на мой телеграм, переходите туда, я эту тему там тоже буду комментировать, и будем разбирать историю отставку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.